хорошо, и засунешь эту куклу в губы себе в свою кормилицу. Францам к тебе обращаются. Можно подумать? Давай поделимся. Не треба. Францевна, ну тебе тебе такой некультурный вопрос задали, за сколько гривен? Нужно. За сколько гривен ты... Ой, это моя лялька. Францевна, вот тебя спрашивают, типа, за сколько гривен ты эту ляльку засунешь себе в кормилицу? Вот такой вопрос пишет человек. В пизду ляльку за сколько сунешь? Пошли ее нахуй. Пошел нахуй. Йо. Пошел нахуй. Элементарно сказал. Так ты кого послал? Молодой человек, я... Прошу у человека, чтобы он мне культурно рассказал. Ну он типа тебе написал не совсем культурно, видишь? Скажи, что он пост. Ты придурок. Все. Так, Натаха, говорят, что ты, зрители заметили, что ты наела себе приличный животик. Это правда? А вы знаете что? Натали, расскажи. Приличного животика уже нету. Говори громче, Натали. Приличного животика нету, просто Натали была беременна. Сейчас уже Натали не беременна. Потому... Говорит, что ты пиздец. Так случилось. Не то, что крашеная, а разукрашенная. Меня ж не наебать. Закрой ебало. И до гадалки не ходи, два человека. Закрой. Ты знаешь, это... Было, и прошло. А хотела тебя грузить, а да? Мне куда-то? Да. Уважаемые, вы знаете, пиздешом попахует. Но если внюхаться, блядь, реально пиздеж. Что, ёбнутый, чего вообще, сука, кончится? Ложь пиздеж. Ну реально, блядь. Я, сука, сегодня хуя. Сука, сама сказала, что она сука. Охуела тем более. Ухуньела? Охуела, да, получается. Ура! Кура мальчик, я судимая. Понимаете меня? Я 30.